Всем привет, друзья! Сегодня готовим вот такую вот нарядную и очень-очень вкусную картошку, запеченную в духовке. Она не только вкусная, но она еще и очень-очень полезная, потому что она запеченная. Итак, начнем. Почистили картошку и начинаем ее нарезать вот такими вот ломтиками, желательно одинакового размера, вот такими вот челночками. Картошку мы нарезали, ее нужно обязательно обсушить или полотенцем, или салфеткой. А теперь нам нужно сделать смесь для картофеля. Я беру 1 чайную ложку паприки, 1/2 чайной ложки карри и 1 чайную ложку чеснока. Чеснок беру сушеный. Если нет сушеного, можно взять свежий и измельчить его. Все хорошенечко перемешиваю. Картофель нужно посолить. Это вы уже делаете по своему вкусу. Я обычно солю морской солью. И затем сюда уже мы добавляем нашу смесь. Все хорошенько нужно перемешать. И затем добавить сюда 2 столовых ложки растительного масла. Ну вот, казалось бы, и все. Но мы сюда добавим еще 2 чайных ложки кунжута. Это намного улучшит вкус нашего картофеля и придаст ему такую немножечко хрустящую корочку. А теперь выкладываем картофель на пергамент. Я это делаю, чтобы убрать лишний жир. И ставим в духовку на 200 градусов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. Будет много интересного. Желаю всем удачи. Пока-пока, друзья!